Когда меня спрашивают, что надеть, и огромное количество вещей в шкафу, я всегда говорю, делайте выбор в пользу черного или темного платья. Так, а почему? Звездная ночь. Вам не нужно думать, что надеть. Достаточно надеть вот такое платье с каким-то интересным эффектом темного, синего цвета или черного. И ваш образ готов. Скоро Новый год. И сегодня у нас праздник. Нужно придумать что-то, чтобы выглядеть с одной стороны празднично, с другой не слишком кричаще. Mm-hmm. И как раз платье «Звездная ночь» из вискозы с люрексом и сеткой подходит тем, кто хочет выглядеть премиально и быть настоящей женщиной с большой буквы. Да, какая красота! Вы мечтали наверняка о таком платье. Каждая женщина представляет себя принцессой на своем балу. Когда вы заходите куда-то, и все взгляды обращены только на вас. Но помните о том, что позаботиться о новогодних праздниках лучше сейчас. Потом забегайтесь, забудете, цены вырастут, ну, не останется денег, все мы все понимаем, в декабре очень много трат. Сделайте себе подарок сейчас. Нарядное платье Золушки. Звездная ночь. 2299 рублей. Это что-то. Такой красоты я давно не видела. Посмотрите, как блистают наши звезды. Я думаю, теперь ты понимаешь, почему платье называется Звездная ночь. Фактически звездное небо. Мы видим здесь, это необычное платье. Обратите внимание, что это трикотажное полотно. И здесь есть подчеркивающая такая линия на лифе и на спинке. А сверху это сетка с люрексом. Именно она дает этому образу богатство, настоящий престиж и ощущение элегантности. При этом платье выполнено из ткани стрейч. Посмотри, как хорошо оно тянется. А это значит, сядет практически на любую фигуру. Смотрите, и рукава тоже тянутся. То есть я вот сознанием дела вам говорю, когда я меряю вот в примерочном магазине, и некоторые рукава просто не проходят. Но вот здесь вот мягкая ткань, посмотрите, она растягивается. То есть какой бы размер вы не выбрали, до 58-го включительно. Вот это красота. Цените. Да, обычно люрекс считается, что он колючий. В нашем случае это очень мягкий люрекс. Ничего подобного. Это удобное платье. Все тянется. Основная ткань стрейч тянется. И в данном случае рукава и планка спереди, выполненная из сетки, тоже тянется. Мы попытаемся быть вашими глазами и попробуем за вас потрогать руками тоже. Все это я могу вас заверить, что это замечательный выбор для тех, кто еще задумывается, что надеть на праздники или на Новый год. Да, задумываться нужно сейчас. Вот в чем дело. Смотрите, у нас осталось 1,5 месяца до Нового года. Добавьте сюда, точнее, вычтите отсюда время на доставку этого платья. Вычтите отсюда суматошный декабрь, когда мы бегаем и вообще занимаемся совершенно другими вещами, забываем, когда же выбрать для себя платье. Плюс цены взлетают в декабре, а у нас сегодня распродажи. Вы можете выбрать нарядное платье, блестящее платье, яркое, стильное, за 2299 рублей. Но есть и, ну, плохая новость в каком-то смысле. Цена это будет действовать сегодня до 12 часов ночи. Поэтому, чтобы не забегаться и не забыть, набирайте наш номер сейчас, отложите все дела, подождут домашние. Вам важно сейчас заказать себе платье. Платье «Звездная ночь». Размер до 58 включительно. Цена распродажи, подчеркиваю, 2299 рублей. Эта цена завтра вырастет. Платье «Звездная ночь» – это прямой силуэт. Обратите внимание на нашу модель Ирину. Мне очень нравится, знаешь, какая деталь вверху? Вот разрешите, я подойду и покажу. Дело в том, что здесь вот корсетная часть. Вы видите, да, что здесь специальная ткань по лифу изделия. Что это нам дает? Это делает акцент на линии декольте. Это раз. И с другой стороны, это не выглядит вульгарно. Выглядит очень сдержанно. И за счет люрексов действительно премиально создает праздничный образ. Здесь у нас есть вот такие вот как бы вот линии, как будто ощущение, что надели сетку поверх готового платья. Это дизайнерское решение и очень необычное, на мой взгляд, что-то, чего нельзя встретить в магазинах, например. Слушай, ну, я очень люблю блестки, особенно в макияже, когда в платьях и подавно. Скажи, пожалуйста, но я иногда задумываюсь, а не будет ли это платье на один раз, то есть до первой стирки? Как себя блестки поведут во время стирки и ухода? С легкостью отвечу на твой вопрос и развею все сомнения. Дело в том, что эта ткань стрейч, это вискозное полотно, я не забываю и никогда не устаю говорить о том, что вискозное
Глюкоза – это качество. Это аналог хлопка или льна. И в нашем случае могут возникнуть какие-то сомнения только по поводу вот этих блесток, то есть сетки. Да. Здесь эти блестки, этот люрекс, он не вкраплен, то есть это не рисунок, это сама ткань такая. Сама ткань. Поэтому можете не беспокоиться. Легко стираете это платье в стиральной машине, и ничего не произойдет. Знаешь, вот хотите, я вот так поскребу? Смотрите. Обычно, да, это, вот так. Это ткань сама такая. То есть эти блестки, они не на самой ткани, они вкраплены. То есть это такая ткань, называется она сетка с люрексом. Сетка, поэтому делайте свой выбор. С люрексом. Итак, конечно же, я получила ответ на свой вопрос. Платье действительно нарядное, и его можно стирать, и не заботиться, не переживать о блесток. Вот так они останутся на вашем платье, на ваших рукавах. Посмотрите, какая красота. 2299 рублей. Нужно брать сейчас, потому что потом будет дороже. Нужно брать сейчас, потому что сегодня распродажи, вы таких скидок больше не встретите на это платье, на платье «Звездная ночь». Нужно брать сейчас, потому что учитывайте еще время на доставку.